Бум, я это, Мимики Фав, да, вы меня знаете. И сегодня я буду играть с Ванечкой, как вы поняли по названию, в годные игры. Сейчас я выйду из лобби, приглашу его. Так, он что-то отошел, вот, сейчас он ко мне в лобби зайдет. Он зайдет. Так, в союзнички, наверное, поиграем. Так. Что он пишет? Рычатом он умеет пользоваться, да, надеюсь. Так, он что-то не отвечает. Ладно, погнали, я думаю. Всё. Ага, я понял. Ну, знаешь, закладку бомбу будем. Давайте приступаем. Иван Диль, надеюсь, подготовленный. Очень надеюсь. Но Ваня, конечно, хорошо играет. Несмотря на то, что он играет 5 часов. Да, у меня в статистике 100 часов. И при всем этом он со мной ведет со мной конкуренцию по скиллу. Хоть он играет всего 5 часов. Прикиньте. Ваня, блин, читер. Что, спецназ? Посмотрим, за кого зайдет Ваня. Он успеет, надеюсь. Все, зашел, прекрасно. Туда его. Так, учила это некромантер. Уважаю. Ладно, ждем секунду. Я мороженка притащил, чтобы вы завидовали. Так. Как вкусно. Да, вот такая вот я гадина. Так. Сейчас запускается. Так. Я куплю... Фомастик. Что хочу. Это Ваня? Дебил, блин. Чем он занимается? Так, очень удобно в три пальца играть, честно говоря. Да перед твоей рожей микрофон. По секрету. Да мне пофигу. В принципе. Где-то чебуречек был. Туда его. Домой. Меня Мега зовут. Меня зовут Мега. Меня зовут Мега. Что? Ну ладно. Имба тиммейт. Ванечка, давай, я в тебя верю. Так, Ваня решил... А, он уже смирился с тем, что бомба взорвется. Дело в том, что Ваня умеет убивать, а так самого смысла игры он мало понимает. Типа того, что если сидеть, то звуков будет меньше. Он вообще звук... Ему на эти звуки вообще глубоко пофигу, он их не слушает все равно. Также не читайте чат. Также Ваня, он вроде, ну, вроде как не очень умеет дефьюзить бомбу, особенно ее плентить. И смысла где плентить? Он за террористов не играл ни разу, наверное. Но в командный бой играл за террористов. Единственный раз, когда он за эту команду играл. Очень мне страшно сейчас.
Игра ЕСО без звука. Хотя можно со звуком, почему бы и нет. Ай, банда тут собралась. Банда. Офигенчик. О, а еще, так сказать, дисклеймер, потому что когда я играю в стендов, я могу нести очень бессмысленные бредни. Слабонервно мне смотреть. Так. О, какой он умный. И... Ой, какой у него ник ужасный. Не смотрите даже. Мне потом, наверное, запретят стендов играть. Потому что вот такое там. Всякие там. Бегают. С такими никами чудесными. Вот у меня чудесный ник, который приносит везение. Если вы поняли, о чем я, кто я такой. Это этот. Так, где Ваня? С Ваней хочу. С моим кумиром. Мой кумир идет с дробовиком. Что это такое? Так, ну короче, всем наши черные пипи-синусы погнали на Б в обход. Гениально. Довольно. Для них. О, Ваня, давай, паркур. Давай, Ваня, ко мне залезай. Давай. За этим Плохониковым. Пошли дальше. Ух ты, творожок. Угу, я понял вас. Вот что мне приходится делать. Наблюдать за Ваней и мороженку посасывать. Как бы мне мозг не заморозить. Чтоб нести еще бредни оскорбительные. Вань, не туда. Ваня. Еще приколюха. Ваня, он как бы... Ну, не знает смысл гранат. Но я ему вроде объяснил, флешка. Делает светло. Граната делает темно, молотов делает горячо, смоук делает дым. И я так понимаю, Ваня не очень запомнил, что он решил кинуть флешку куда-то в небеса. Он просто их умеет кидать. Ему вообще глубоко все равно, что именно кидать и для чего это надо. Он просто умеет кидать. Просто умеет. Просто способен. Ваня гениальный. Он если кинет флешку во врага, он его убьет. Я ощущаю. Что такой борзый, пишет кто-то. Явно не мне. И как бы не палиться, как бы не стрелять своим дробовиком. Ваня, надеюсь, это ты? Да, это ты. Ваня всегда выживает, пусть и смысл от этого... Не особо, но он выживает. Туда давай. Наверное, кто-нибудь знает, что я снимаю? Вы что тут делаете? Давайте напишем. Thank you.
Так, я написал вам послание. Посмотрим, как на это отреагируют. Ну, Ваня, естественно, прочитал. Ваня сейчас тоже видео снимает. Залетайте на его канал, у него там... Если он записывает... 17 лет школота. Чё? Они по-русски умеют писать? Ваня, скорее всего, в эту катку сейчас ролик записывает. Да? Ваня ролик записывает. Так что, если он это видео записал... То взлетайте на его канал, смотрите. Или хотя бы лично для меня проверьте, записал ли он его вообще. Мне тоже интересно. Я тоже человек, у меня есть права. Мне это дерево смущает, как будто я его где-то видел. Дежавю такое. Я в нем спрячусь. И буду в нем сидеть, хотя нет. Ха-ха-ха. А человек, ты недоразвитый. В смысле? Они типа про меня пишут? То, что я ютубер, а ютуб это плохо или что? Что? Что эти люди хотят? От меня? Мне страшно, помогите. Блин! Либо мне реакта не хватает. Давайте вы закройте глаза на секунду. Закройте глаза сейчас. Все, открывайте. Мы ничего не видели, надеюсь, да? Что я там написал? Я уже видела сияющие головы с их базы. Я иду к ним. Что это такое? За зайчики, попрыгайчики. Бежим, бежим. Мне страшно, блин. Сейчас меня убьют. Принимаю по очереди. Еще бы 32 написал бы. Да что они несут? Какой еще 32? Что происходит? Враги, сумасшествие какое-то. Новичка. Бок. Ой. Какой хитренький. Не очень-то играется. Втроем против четверых. Матерящихся. Дружечков. Так. Что происходит, блин? Это что-то сумасшедший какой-то. Я реально, я такого дурацкого чата даже не видел. Только если это пишет мой брат Артём. Так, я выйду. Надеюсь, Ваня тоже выйдет. Мне реально с этими людьми невозможно. Если это люди. Апельсиновое мороженое, кстати. Очень вкусное. Так, сейчас закрываем глазки. Открываем. Можно с Ваней в гонку вооружений? Закрываем глазки.
Все по мне вызвал какой-то. Все по мне выпал какой-то красивый скин. Ваня говорит, красивый скин выпал. Какой же? Какой редкости? Ща. Золотой. Что за пистолет мог бы быть золотой? G22, наверное. Ещё глянем. Это анкомонка? Либо, короче, вот этот USP. Ой, не этот. Вот этот. Либо... Либо вот это. Не знаю. Погнали дальше. Да. Жалко, что проиграли тем чиликом матерящимся. Ну, реально без вариантов было. Они там матерились. Все настроение испортили, честное слово. Знаете, что я заметил? Я, короче, тут жую фруктовый лед. И он тут на палочке китайского, знаете, в которую суши едят. Знаете, какие это понял? На китайских палочках, на которых вот эти вот суши едят, ну, я говорю, есть такие полосочки. Я слышал, чтобы, типа, ломаешь часть палочки и на нее облокачиваешь палочку вместе с сушей. Короче, тут эта выемка есть. Все, спалились. Эти бизнесмены мамкины. Че, Ваня зашел? Да, зашел. Это хорошо. Что он заходить умеет? Вот как там оказался, дорогой мой? Я думал, убили его. Че он там? Буксовал. Так-то. Оп, убили. И меня тоже. Ну ничего, страшного. Дык-дык-дык. Ой, это красный, это красный. Красный свет, опасный. Бумч-бумч. Там кто-то играет с ником Standoff 2, плохая игра. И играет Standoff, типа, ну... мозгов бы немножко автору этого ника. Он, наверное, думает, что он играет Brawl Stars. Обижалка Brawl Stars в России заблокировали. Да, так. Кстати, я заметил то, что Ивандель, с которым я играю, выпустил на своем канале Галдан ролик, где он реагирует на мои видеоролики. Если хотите, я могу сделать реакцию на реакцию. Желайте. Если будут желающие, которые будут прекрасно поддерживать это видео с таким чудесным предложением, то пожалуйста. Я сделаю, мне не трудно. Пока что киллы идут прям вот прекрасно, прям как по маслу. Но я все еще нубик в этой катке.
куда? Далеко собрался. Вонючий. Я не понял. Ой. Если бы сейчас не вернулся, убили бы. Просто по бедному челу. Ты с одного края, с другого. Пиу-пиу. Да в смысле? Я же в голову им попадаю, алло. Умираете? Ой, дробовики-то ужасно. Дэйва. Меня Аксельболт пожалели и сделали мне следующий дробовик. Сказали, ну мы поняли, как ты играешь. Лох. Показать, что мы здесь. Ждем новых приходящих. И вот так вот делаем. Отлично. Опять. Подзываем. Ждем. Подзываем, ждем. Блин, все обоим об этот пол выкакал. Давайте уже, тупайте ко мне. Эй! Я здесь, давай на меня. И... Бум. Сюда. Чудно. Буду вести себя как полный нуб, чтобы ко мне шли, а я их тихонечко убивал. Что? Вот это да. Нет, ко мне идут. Или нет? Да блин. Давайте идите сюда, ё-моё. Кого я подзываю? Чё, я саму себе, что ли? Эу, Пася. Алло. Доброе утро. А нет. Не хватало умереть. Пок. Смуглый Мулаен. Прикольки, Мулаен. Так. Все, прекрасно. Они на меня заагрились, они увидели, что в этой области сидит плохой человек. Не любил гостей. Та-та-та-та-та-та-та. Русский топ, согласен. Но мы проигрываем. Ну пусть игру выигрывает единственный человек, но мы проигрываем. Так, Иванди решил меня обогнать. У Вани, знаете, у него талант не умирать. Или наоборот, не знаю. Почему первее меня, подождите? У меня больше помощи, меньше смертей. Я не понял, надо больше умирать? Дам 3 голды тем, у кого МТС. Пишите в ТГ. Данные, нужны пруфы, дам. Нифига себе. Раздают там. Прикольненько. Ой, у меня что-то живот от мороженого заболел. Не знаю. Пойду лечиться. А вы идите, смотрите другие мои ролики, ролики Голдана. Я вас покидаю. Голдан сейчас тоже вас покидает. Давайте, всем покеда.